Класс! Еще лучше! Получилось! Все тихо. спешить некуда. Да уж, плохо дело. Мало ли кто здесь. Со мной должен. Получилось! Началось! Осторожно! Что-то нехорошо! Мне что-то нехорошо! Все целы! Прикрой меня! Кто здесь? Прикрывай! Класс, еще лучше. Это точно не последний. Да уж, плохо дело. Она что-нибудь придумает. Черт! Берегись! Выйдет прямо! Все целы! Я сейчас! Теперь сидит его. Спасибо. Мало ли кто здесь. А вот это может пригодиться. Say again. Берегите себя! Мало ли что-то. Там что-то важное. Близко! Пока вроде все тихо. Черт! Берегись! Все целы! Получилось! «Остерегайся, ибо перед тобою Фейрин всемогущий. Мы — убийца истинного короля, завоеватель всех земель. Передо мной все должны падать вниз. А ты — какое-то странное и жалкое существо. Боюсь, лапы завели тебя не в ту дверь, милая мышка. Но я не стану убивать тебя из любопытства. Кто ты, безобразная мышь? Для меня это ничего не значит. Ты меня утомляешь. Тебе что-то нужно? Или мне раздавить тебя забавы ради?» «Как любопытно. Хоть ты и мышь, тебе ни за что не удалось бы добраться сюда без умения сражаться. Это безжалостный мир. Меня донимает один самозванец, что присвоил себе мои деяния и достоинства. Он зовет себя Фейлином. Убей его и заслужишь мою благосклонность. А это немало, мышка». «Ты найдешь его в золотых чертогах, жалкой карикатуре на мой двор, такой же жалкой, как и он сам. Убей его, и мы щедро наградим тебя. Ступай прочь, мышь! Что же ты стоишь предо мной?» «А, я все-таки тебя убедил. Вот и славно. Я покажу тебе силу всемогущего!» «Убиваем королей! Давай тебя!» «Баста! Что-то мне нехорошо!» «Сюда приходить. Ну теперь ты, конечно, расслабишься. Сейчас поймешь, что мы не победим. великому существу. Осторожно, здесь враги! Мало ли кто здесь? Теперь ясно. Нет никакого. Не верится, что у нас получилось. Как думаешь, Клементина пошла бы сюда? Вряд ли. Если бы пошла, то убила бы эту тварь. Рюкзак забит. Добро пожаловать ко двору Фейлина, милосердного и всезнающего. Я убийца истинного короля и правитель сильфов. Радуйся, ибо мало кто достоин такой чести. И ты заслуживаешь этой чести, как никто. Ибо от твоей руки пал самозванец Фейрин. Мы с тобой не знакомы, но тебе полагается награда. Прими этот дар. Можешь идти, зная, что повелитель всех сильфов доволен твоей работой. Рад тебя видеть. О, ну и чего? Если что, я всегда тут. Чем могу помочь? Ладно. Ну, что? Если что, я всегда тут. На этом все. Возвращение. У Реджи всегда найдется река. Как? Тут? Ну тогда до встречи. Бывай. Уоллес что-нибудь подскажет. Надо вернуться в блок. Не пропадай. Говори. Это можно. Заходи еще, ведь рагу пойду. Ты прям важный человек. Береги себя, ясно? Вот, спасибо. Вот, спасибо. Пока что. Как люблю я и я так пас. Ты дать. Так пас. Yeah. Счастливого пути. Ты та диковина. Воистину. Даже несчастные обитатели сплетенных миров чувствуют, что наконец-то избавились от его незримого гнета. Диковина. До сей поры это не... Возможно, теперь я смогу восстановить то, что было разрушено. Я тебя слушаю. Как и у всех. Как тебе у... Так познаешь? Счастливого пути. Спасибо тебе. Вот спасибо. Спасибо. Теперь синяки будут. Осторожно! Это точно не последний. Началось! Плохо дело! Получилось! Спасибо! Получилось! Осторожно, это точно не последний. Плохо дело. Спасибо. Пока вроде все тихо. Все целы. Началось. Не зеваем. Мало ли кто здесь. Осторожно, здесь враги! Пока вроде все тихо. Так близко! Нужны патроны. Начинаем! Пока вроде все тихо. Перезаряжаю! Это еще что? Нехорошо. Осторожно! Это точно не последний. Нас заметили! разделяемся! Враг близко. Не зеваем! Мало ли кто здесь. Перебьем чужаков! Ты у меня на мушке. Вот спасибо. Спасибо! Черт, нас заметили! Все целы! Ну, наконец-то. Так, к бою. Что-то нехорошо. Охренеть! Спасибо тебе. За мной должок. Все в бой! Мало ли кто здесь. Рюкзак забит. Я так благодарна тебе за помощь. Я не богата, но кое-что дать могу. Возьми. Как видишь, наш мир разрушен, но мы будем сшивать его по лоскуту за... Я понимаю. Кто-то есть! Мы здесь не одни! Убьем чужака! Все целы? Мне что-то нехорошо! Спасибо. Спасибо! поднять. Вон он где! За что? Это все из-за меня. За что? Сейчас нас заметили! Все целы. Я убежал, а она... Это все... Черт, берегись! Ух, вроде все. Ну, началось. Пока вроде все тихо. Пока вроде все тихо. Осторожно! Это точно не последний! Надо перезарядить! Пока вроде все тихо. Что-то мне нехорошо. Мало ли кто здесь. Охренеть! Да уж, плохо дело. Ого, что, все? Круто! Что я мог поделать?